Здравствуйте, дорогие друзья и гости на моем канале. Мы приехали после отпуска, сразу же после того, как мы прилетели. После первой ночи, получается, мы искали яички на Пасху. Был пасхальный понедельник, и мы искали. Вот припрятал зайчик у нас яички. Конечно, было дождливо, но все равно детки радовались, что зайчик принес подарки, принес пасхальные яички, которые всегда мы прячем в нашем саду и ищем все вместе. Дорогие друзья, большое спасибо за ваши поздравления на день рождения моего. Спасибо за ваши приятные комментарии. Было очень приятно читать. Ну а после того, что мы все нашли на улице, у нас было второе мероприятие в этот день, 1 апреля. У нас день рождения нашего котика, ему исполнился годик. Ну и мы с детьми решили сделать ему тортик. Кошачий такой тортик. Во время отпуска он был у бабушки. Мы его забрали и, конечно, хотели порадовать тортиком. Он рад был на улице погулять, так как он неделю сидел дома, только не выпускали его на улицу. Ну вот, пытаюсь вытащить этот паштет. Такой особенный, дорогущий. Ну, если честно, он с удовольствием поел, хотя я этот паштет пока еще не знал. Вот такую маленькую баночку мне дали тогда на футернов, по-моему, что ли, вот так по кругу я надрежу ножиком. Эти паштеты, они на тушенку раньше похожи. Вот такой сделаем тушеночную паштетик-тортик. Дети были, хотели, конечно, видеть, как я это все делаю. Сделаем кремом и еще сверху налью такую шлекарку, называется у нас, ну, которая жидкая, такой соус для котят. И еще украшу этими камушками, которые он, сухой корм, который он ест. Вот такая вот пакетик, который можно вот влезать сверху, как соусом полью. Вот. Можно додуматься, да, торты для котов сделать. Вот. Кто котов любит, может, это и для вас будет интересно такое. Happy birthday to you! С днем рождения! Наш котик, сегодня один годик у тебя. Ой, как молодец! Ну, конечно, крем сама в первую очередь надо слезать. Самое, в первую очередь, нужно крем слезать. Посмотрим, съедим мы это все это или нет. Шлека мойхен гуд. Шлек могут. Гуд-гуд. Вкуснятина. О, день рождения хорошего. Die eins hat er noch nicht gegessen. Ну, erstmal muss er die Pastete essen. Пастет вкусный. Дорогой был. Посмотрим, съедим. Дорогой, ну, конечно, первый крем съест. Дорогие друзья, с чего начинается наш после отпуска, после отпуска наша неделя? Закупки. Закупка сегодня на XXL, потому что вы не представляете, как у нас выглядит холодильник. Вот так выглядит холодильник у нас. Его нужно забить чуть-чуть. Короче, 125 евро я отдала в Лидли. И покажу быстро закупку, чтобы успела она в холодильник еще появиться. Поэтому в первую очередь я покажу вам вот эти гарнели. Сегодня будет у нас спагетти. Мой муж, он еще сегодня один день на отпуске. И я сделала спагетти с этими гарнелями и с черемшой. Вам обязательно покажу, как это будет наш обед. Сейчас я его сюда положу. Так, следующее. Мы начинаем с самого права и убираем сразу в холодильник. Уже долго со мной ездила. Это Актимель. Потому что сейчас после отпуска все хотят вот этот йогурт Актимель. Это такие пробиотики, которые можно сейчас попить, чтобы желудок чуть-чуть восстановить. Потому что реально желудок вот после этих буфетов, после этого всего гриля, в отпуске нужно чуть-чуть разогружать. Поэтому мой муж пожелал что-то легкое. Йогурты
пока в такой упаковке. Я в основном беру в таких емкостях. Ну, не было в Лидле в этот раз. В Алди я заеду, сегодня еще куплю. Так, это йогурты. Как всегда, уйдут в холодильник также. Квак лимонный. И у меня еще такая баночка квак сзади с ванилем. Есть. Это квак, это этот творог жидкий такой. Так, арбузик можно еще в холодильнике поставить. Не нужно. Вот в холодильник сразу йогурт Штрацетел. Это сын любит, обожает такой йогурт. И детский йогурт Лиля любит. Так, дальше идет, что у нас? Моцарелка. Две штучки я купила. Сразу же с вами вместе убираем. Но уже реально они долго уже ехали со мной в машине. Нужно быстро холодильник убрать. Это эксквиза. Это фришки из Эль, как тоже творог, который тертый. И сыр козий такой. Да? У нас всегда козий сыр. Так, остальное такое больше свежее. Не сильно требуется холодильника. Покажу быстренько без холодильника. Так, с чего начнем? Справа налево, да? Хлеб. А вот он. Квак еще ванильный. Быстро в холодильник убрать надо. Извиняюсь. Но нужно параллельно это убирать все. Так, холодильник заполнили. И сейчас сразу еще скажу мужу убрать это в холодильник тоже. Здесь нарезка, здесь мясо, здесь куриные. Я всегда в мясном заезжаю, и двое пачки яиц. Я сейчас сразу скажу, чтобы он убрал это в холодильник. Ну вот, друзья, начинаю сейчас. Купила такие губки хорошие, тоже они очень хорошие. Всегда вот такими пользуюсь. Еще с темы у меня есть кубки, но уже нужно запасаться. Хлеб тостер, две упаковочки. Вот они. Всегда мы берем вот этот полба. Всегда-всегда мы едим с полбой. Так, следующее, что у нас стоит здесь на очереди. Вот такие две бамбуковые дощечки взяла на завтрак. Всегда у нас пользуемся вот такой дощечкой и с удовольствием парочку. У меня еще есть вот такие совсем маленькие, тоже хорошие, от этой же фирмы. Но они только вот именно на один тостер. А вот эти уже побольше чуть-чуть. Тоже очень хорошие бамбуковые. Свежая такая морковь. Дети любят морковку свежую. Так, просто так есть даже, да, не варить, а вот есть. Арбузик один детям. Мы говорим фусили, это лапша или как называется, макароны. Мужу купила вот такое приспособление, чтобы он утром побыстрее свое яблоко в дольке сделал. И также детям тоже удобно. Ну, у меня, я всегда руками делаю, но, может, этим муж будет быстрее чуть-чуть себе завтрак делать. Так, бананы, клементины, или как, мандаринки. Этот, как называется, джем. Такое повидло, типа, оно как желе. Здесь сыр. Эти недели уже не разговаривала на русском. То английский, то немецкий пользовалась. Огурцы, лаваш, что еще? Все, ягоды, ну, видите, все свежее. Все свежее, мы хотим сильно сейчас все свежее есть. Ягодка тоже на йогурт идет, сегодня же еще пойдет на йогурт. Также здесь виноград и две упаковки авокадо, потому что я обожаю авокадо. Кстати, забыла купить опять черный хлеб. Сегодня еще в Алди заеду, обязательно не забыть. Так. Редиска. Редиска выглядит тоже очень свежая. И помидорки, салатик, две упаковки яблок. На 125 сейчас еще там еще кошачьи еды хорошенько я взяла. И туалет кошачий взяла, короче. И вот такие я покупаю всегда с собой везде. Где-то можно пол протереть быстренько. Или где-то нужно быстро протереть. У кота что-нибудь там убрать. Я всегда беру вот эти. Ну, так выглядит. А, вот еще забыла показать. Штаны купила за 9 евро стоят. Последний размер лежал там. И они были, конечно, чуть-чуть разрисованные. И мне 30% дали от 9 евро.
Вот так, такие штанишки. Это штанишки для Лили в лес ходить. Это такие функциональные. Они очень тонкие. Их можно даже превратить в шортики. А здесь, ну, специальные такие для леса как раз тонкие. Вот. А, и хорошие, короче. Ну, вот так. Вот такая закупка. Мой муж прибирает, убирает. Вот так. Сейчас будем готовить обед. Начинаю приготовлять обед. У нас сейчас здесь томатный соус. Просто я взяла консервы, томаты, свою заготовку зеленую, соль. Что-то было? Сейчас еще буду подсаливать. Соль свою любимую. Отварила спагетти. И что я сделала? Размельчила черемшу и пармезан, сыр. И оливковое масло вот здесь всего лишь. И все. Теперь я буду потихонечку добавлять все. Это получается у меня песто. Я могу сейчас просто добавить. Сначала добавляю я спагетти. Я возьму... Блин, горячая. Возьму немножко, потому что если мой сын не захочет в соусе, то будет есть без соуса. Сначала я беру лапшу, сюда добавляю. Так, соус нужно чуть-чуть добавить воды. Вот у нас спагетти будет достаточно. Теперь нужно перемешать это все, добавить туда жидкости. И потом по вкусу все сделать. Что еще? Добавляем прямо сюда, прямо в лапшу. Вот спагетти, вермишель, здесь чесночек. Здесь уже все внутри. Моя зеленая заготовка. Скоро опять еще буду повторять ее, засниму обязательно. И здесь томатный соус. И теперь добавляю кое-что. Это называется креветки. Открою. Они уже готовы, поэтому мне не нужно было их в соус сначала добавлять. Когда готовы, добавляйте прям как они есть, вот сюда. Готовые. Уже когда они готовы, их прям сюда, чтобы они не переварились. Чтобы они все были такие, какие нужно. Они уже у меня разморожены. Они были в кивке. Сейчас они разморожены. Там я чуть-чуть постоять, а потом добавлю сюда еще черемшу. Закрою, чтобы чуть-чуть потянулось. Все вместе. Ну вот, друзья, смотрите, так у меня сейчас набухли чуть-чуть они, согрелись хорошенько, сварились хорошенько, и сейчас я сюда добавляю на нижнем огне, у меня здесь, конечно, как всегда, все приходят к хамкарара, как всегда. Вот вы не слышите, как у нас один папа столько звука создает. И сюда добавляю это песто. Здесь пармезан и черемша. И сейчас я это все вместе разбавляю. И поджариваю. Ну вот, друзья, смотрите, какой у нас обед. Будет с черемшой, томатным соусом, черемша и креветки. Обед готов. Уже посолила, покрутила. На вкус попробовала просто плеере. И вкусно. Приятного аппетита. Сегодня мы позавтракали вот в таком красивом ресторанчике, прямо возле красивого озера. С нашей семьей, с нашей бабушкой, дедушкой. Наши детки там на площадке еще играются, бабушка снимает тоже. Потому что очень красиво, серьезно, очень красиво. Погода, конечно, великолепная. Мы все, если посмотрите, в коротких маечках. У нас вчера, сегодня было плюс 25 градусов. Вообще класс. Погода. И сейчас мы отдыхаем чуть-чуть в честь моего день рождения. Мы собрались сегодня просто на завтрак. Я не хотела никого гостей не собирать и не хотела праздновать по-настоящему, так как мне сегодня исполнилось, вы не представите, 39 лет. Ой, как-то... Ещё подозбрыхнись, Сузан!
Das wackelt. Soll ich mal auch raufkommen? Nein, bitte nicht. Так, это сильно качается, я так боюсь дальше идти. Хоть бы не убиться в 39 лет. Она так качается, этот плод здесь. Мамочка! Ich gehe lieber zurück. Nein, 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 nein. Так, друзья, у нас сейчас была очень смешная ситуация. Und jetzt versuchen wir da drauf zu treten. Balancierteil. Aha. Короче, хотела снять красивые... Ой, боже мой, там дети играются так. Ну, красиво вообще. Здесь большой кемпинг. Плац называется кемпинг, где можно... Это... Ой, хоть бы они не свалились в воду. Ну, ладно. У меня сегодня 39 лет исполнилось. Скоро уже 40 на следующий год. Как себя чувствую? Такая, как в 30, боже мой. Может, и даже и в 20. Ну, прекрасная погода. Прекрасный день. Вот так у нас сегодня утром. Не собираюсь праздновать никак. На следующей неделе планируем съездить к моей маме и там вместе погрилить. Ну так. Сегодня просто наслаждаемся прекрасным днем.